ультразвуковой генератор для борьбы с пьяной молодежью, с животными и так далее. Ультразвуковой генератор сам в целом собран вот в таком корпусе от сирены. Изначальная сигнализация, датчик сирены для сигнализации автомобиля. Так, там была внутри плата. Я ее снял и поставил ультразвуковой генератор самодельный. Вот сверху имеется регулятор частот. Сама головка на 25 ватт, это судя по производителю. Но тестировал головку с более генератор с более мощными головками. Ток была выбрана вот такая головка только из-за маленьких размеров и красивого внешнего вида. Ну, генератор позволяет еще подключить большие головки, допустим, с мощностью до 30 ватт. Но поскольку сама схема довольно мощная, собрана на основе логической микросхемы, по-моему, 6 логических инверторов там было, ультразвуковой генератор позволяет регулировать частоты от 20 до, простите, от 15 до где-то там 60 кГц, но можно подстроить под любой диапазон для отпугивания, допустим, грызунов и так далее. Мощности генератора этого вполне позволяет. Также мостовой усилитель на комплементарных парах биполярных ключей, ну, марки ключей называть не буду. Комплектация вот еще будет такой динамик высокочастотный, ну, на всякий случай можно открыть, тут всего лишь два шурупа, можно открыть и подключить параллельно той головке, которая имеется внутри. Делается это довольно просто. Кстати, само устройство заказное. Питание служит 5-вольтовый, но это корпус от Toshiba, электронного трансформатора, но внутри я все там переделал, точнее поставил промышленный зарядник от планшетных компьютеров. Обеспечивается выходной ток до 2 ампер и напряжение 5,6, ну там 6 до 6 вольт. Так, сейчас я подключу, это питается напрямую от сети 220 вольт, сейчас я подключу. Вот слышим уже характерный звук. Плавно меняется частота. Вот и уже ультразвуковой диапазон. В прошлом ролике говорили, что я слышу то, что вы не слышите. Некоторые подписчики. Вот сейчас я ничего не слышу. Не знаю, может кто-то будет слышать. Ну, можно еще... Вот это уже где-то 60 килогерц диапазон, это верхний пик. Ну, устройство еще можно заменой одного всего лишь конденсатора подстроить. Ого, это уже невыносимый свист для человеческих ушей. Ну и нижний диапазон, так, это где-то 15 килогерц. Так, ну, если хотите, допустим, дразнить соседей, можно поставить мощную головку, скинуть частоту где-то на 10 кГц, это делается параллельным конденсатором, подключенным частотно сдающему конденсатору основному, мы получим оглушительный свист, который терпеть просто нельзя. Ну и с таким генератором уже я чувствую, что со мной, ну, в общем, невыносимо это все. Я сейчас вырубаю схему. Так, еще вот такие маленькие излучатели. Просил также заказчик. Это для того, чтобы подкинуть дом соседу. А диапазон порядка 15 кГц до 20. Так, с таких устройств будет 2. Ну, в общем, все. Вот и вся комплектация. Устройство может работать, ну, там, часами, сутками. Ничего при этом с блоком питания, ни с генератором не будет. Я включал его на чистом воздухе на протяжении 3-4 часов. Никакого перегрева мостового усилителя там не было. Также зарядник, все тоже. Короче, довольно хорошо работает. На этом, пожалуй, и все.
Если желаете заказать такое устройство, то пишите мне на мейл. Ссылка будет указана под роликом. До новых встреч!